Бедная девочка эта Люда, столько натерпелась, нервоз такой, деньги у него вымогали. А началось-то с чего? Пришел мужик с работы, по телефону разговаривал, взяла, устроила истерику. Может, жить надо все-таки не чувствами, а каким-то разумом, как-то подобрее друг к другу относиться, терпеливее. И не смс-ками отправлять себе претензии, а разговаривать друг с другом. Потому что мошенники этим пользуются. Вот вы увидели яркий пример. Вы дали слабинку, и тут же оказался человек. Он же ведь не был раньше мошенником, этот Вова-то. Просто воспользовался ситуацией. Берегите друг друга, и будет меньше шансов, что вас какой-нибудь Вова кинет. Вот как-то так.